столкнулись две категории людей – вечных врагов. Ваш бизнес построен на детях, которые тратят карманные деньги на акции. Нельзя ставить против Уолл-стрит. Почему? Ты включил кучу мажоров. Они отомстят. Это просто новый виток классовой борьбы. Для простых людей надежды нет. Но теперь она появится. Какая сегодня прибыль? 5 лямов. Сколько сегодня потеряли? Миллиард.